Добрый вечер, дорогие друзья. Не думаю, что я много буду о себе рассказывать. Как в известном фильме говорит, я лучше, говорит, в бою скажу. Что-то вспомнилось замечательный фильм «Мы из джаза», когда Иван Иванович там Бабурин пытался на саксофоне играть, а ему Игорь Скляр, исполняющий роль Костика, говорит: «Иван Иванович, это же импровизация». «Ну, это, говорит, полет вашей души». «Что? Полет твоей души?» Александр Панкратов Черный. Это я к чему? Что вся наша жизнь действительно – это сплошная импровизация, полет. Это я к чему? Сейчас новую песню спою, сбиваться буду, потому что она новая. Хотелось написать что-то про жизнь. В итоге опять получился автомат Калашникова. Ну, в общем, как получилось. Свистеть, в отличие от Валеры, я почти не умею, поэтому уж извините. Я единственное, когда с песнями пытаюсь изображать какой-то художественный свист у кого-нибудь из друзей дома, я говорю: не бойтесь, от него деньги не пропадают. Это к песне относится. Не спорят и пыль, считая километр. Ну а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах. Ручку на себя и здравствуй, небо. В небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет виражи и прочие фигуры, и в приборе шарик мой гуляет. Стонут лонжероны и нервюры, на петле мне ветер подпевает. Небеса с землей перевернутся, возмущенный воздух пусть болтает. Главное мне в горизонт вернуться, каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю. Пусть туман повиснет на полгода, слякоть или дождь, я не тоскую и летаю даже в непогоду. Я ведь авиатор, я рискую. Я подал на свете все до краю, за мгновения те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. Каждый день по жизни как на фронте. Впрочем, я совсем не унываю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю, с шариком по центру в горизонте. С песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Сегодня звоню, буквально, наверное, часа три назад Галя Ткаченко, ну, это жена всем известного летчика. Говорю, вот, ну, она знала, что у меня концерт. Говорит, ну, спой обязательно песню про Витязей. Я и спою. Дело в чем, ну, вот мужики недавно вернулись из Венгрии. Вот, жалею даже, я в Будапеште был на неделю раньше. Я к чему? Что, в общем-то, действительно, на сегодняшний день, к счастью, какая-то география пошла такая, ну, Венгрия, там, Китай, Малайзия, Индия. Это радует. Так должно быть. А песня, которую я написал так, вот, год с копеечкой назад, когда они впервые после 4-летнего перерыва полетели в Бахрейн.
это была, ну, действительно радость для тех, ну, и для летчиков в первую очередь, и для тех, кто их любит, поддерживает, потому что, ну, это авиационные группы высшего пилотажа, центр показа авиационной техники, потому что мы должны ее показывать, это знамя России. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, на наш маршрут и не на войну летим в нерусскую страну. Как по линейке в небесах мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе, в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация в фаворе, и кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты, ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш крашен крызе пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься лётным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь жду Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там они не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься лётным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом.
жаль, что на земле все за пределом. Следующая песня, уже не зря упомянул Галю Ткаченко. Я все время как третий тост ее пою. И мало того, может быть, иногда бы хотелось от этого уйти, да не могу. Завтра 16 августа, 4 года, как погиб Игорь Валентинович Ткаченко. Я сегодня с одним товарищем разговаривал, он говорит: слушай, как вчера. Действительно, как вчера. Ни один он, к сожалению, вот ушел в последний полет за долгие-долгие годы, и мы многих еще будем терять, к сожалению, потому что профессия такая. Из стрижей вот буквально несколько месяцев назад Сережа Васильев погиб просто, тоже шок был. Вот у меня через дней 10, надеюсь, выйдет наконец-то новый диск, и там написано среди всяких строчек, что он посвящен в том числе и тем, кто ушел в последний полет, на последнее задание. Они с нами, пока мы их помним. Песня длинная, потому что жизнь у них у всех была короткая, слишком рано они от нас улетели. Все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправил все же к нашим, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, как при жизни не летал. Летаю, сколько в жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными. Нас радует здесь небо, холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим, а в ад нам и самим-то не везун. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главное, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе все плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете
Если бы быть осторожным на все виды допуски, даже на сложные, мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно, теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не дает. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Вне возраста все летчики в полете равны все. Лётёха и Главком. Здесь не ездил с Гагарином в почёте и Уточкин с одесским юморком, а Вася Сталин, ну тот особняком, шумит нам про исправность всей матчасти, приподнимал за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях он целый город опять сгорел. И новый экипаж там прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю на входе в гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно полете бывать осторожны на все виды допуски, даже на сложные, мы стали здесь все не настолько безбожны. И нам уже можно, теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не дает. Как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. А как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно, теперь уже можно, нам уже можно. Спасибо. Ну, я вам действительно говорю, что они с нами, пока мы их помним. Для меня, допустим, Ткаченко где-то летает со своими приколами еще, в общем-то. Очень такой... Игорёша был юморной человек, для меня вот остался таким. Ну, август вообще богатый месяц на какие-то даты, к счастью, не только печальные, а, наверное, по большинству такие праздничные или торжественные, или просто знаковые для авиации. Действительно, в этом году как-то, ну, во-первых, это вот авиационная, как я называю, пьяная неделя, с 12 до 18, а 18 в этом году вообще попало так, действительно, 3 воскресенье августа по вот советской системе, там, Верховным Советом СССР установленная дата праздника и еще сталинская. Все-таки, ну, так иногда в интернете сцепишься с кем-то, и человек мирный, но наш бронепоезд или наш самолетик. Ну, действительно, большинство, не то что заслуга, а история вся, она, ну, авиации российской, это все-таки больше на сегодняшний день советский ВВС. Ну, это причины, может быть, допустим, не самые, как сказать, радостные. Это была Великая Отечественная война, Вторая мировая. Дальше 38-я параллель, Корея, Северная и Южная. Потом и Вьетнам, и Куба, и, естественно, Афганистан. Поэтому там было и есть чем гордиться. Ну и действительно, самые такие годы расцвета, они пришлись именно на советское время, когда и рекорды устанавливали наши летчики. Я про другое. Ну вот следующая песня, к примеру,
буквально вот несколько дней назад была годовщина. В прошлом году меня вообще торжественно приглашали на МВЗ имени Миля, Московский вертолетный завод. Был полувековой юбилей первого полета вертолета Ми-8, замечательной машины, гениального творения Михаила Леонтьевича Миля, которая вот 50 лет работает, и вот ну, там и летчики-испытатели, с ними часто встречаюсь, и, в принципе, люди, которые в этой теме, они говорят, еще 50 лет будет спокойно летать с модернизациями. Но если уже американский конгресс закупает, ну, вернее, как Пентагон, он спорит там с конгрессом, они говорят, нельзя нам у русских закупать, а они говорят, а больше в Афганистане ничего не работает нормально. Поэтому это какой-то показатель. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землей. Не до жиру быть бы живу, столько лет на всех режимах. Не-то мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылой машиной пишем то ли сказку, то ли были. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миля. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке-земле экипажем водку пили за машину и за Миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я собраска, из последних сил нам всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возит даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Да что в небе аты-паты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Спасибо. Ну, если опять же возвращаться, вернее, я от нее никогда не убегаю от Кубинки, даже обвиняют иногда, что я лоббирую интересы пилотажной группы на Кубинке через свои песни. Правда, в крайнее время стали говорить, а вот что ты пилотажником своим изменил, и теперь про вертолетчиков поешь. Я всегда говорю, что, в общем-то, все мои песни авиационные, они посвящены авиаторам. И тем, кто летает, и гораздо больше тех, которые находятся и работают, впахивают на земле, без которых никогда летчик там ничего не сможет сделать, потому что просто не взлетит. Поэтому неважно, про какой тип, так скажем, летательного аппарата поется в песне, все это посвящено тем, кто работает в небе и на земле для того, чтобы в небе работать. Авиационный корпоратив самый крепкий в мире. И все-таки о Кубинке. Просто сегодня
стрижи улетели в Екатеринбург. Они вот как-то меньше, чем Витязи, летают в последнее время с показами. И, в общем-то, это все, ну, радует. 18-го у них там большое авиашоу. Должен был с ними лететь комментировать, но переманили в Челябинск. Если бы Витязи узнали, что я еду в Челябинск, и там «Соколы России» будут, тогда вечная конкуренция, но «Соколы России» вроде бы не будут, для меня, к счастью. Там своих хватает. Когда миссия сейчас работает, там очень интенсивно с китайцами на учениях мирная миссия. Это такие очень интересные, серьезные задачи. Ну, ладно. Та-да-да-да, та-да-да-да, да. Та-да-да-да, та-да-да-да, да. Та-да-да-да, та-да-да-да, да. Мы в классе предполетной, словно в школе. За партами сидим, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мне на приколе. Стрижан еще не вышел в небесрок. Мы мне, да нам еще не вышел срок. Рисуем в облаках и пишем строки. В небе, как набор карандашей, крутила жизнь нам столько виражей. А мы, как в школе, делали уроки, и главным был урок труда стрижей. Урок труда был главным у стрижей. Та-да-да-да, та-да-да-да-да. Та-да-да-да, та-да-да-да, да. Та-да-да-да, та-да-да-да-да. Та-да-да-да, та-да-да-да-па-па. Вот КБП лежит, как тут учебник, что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь. А летчик, как известно, не волшебник, он только и умеет, что летать. А если что, и жизнь свою отдать. Там за границей нас всегда узнают, средь хорнетов, балконов, миражей. Вот жаль, не покидаем рубежей. И штурманы у карты вспоминают уроки географии стрижей. Была ведь география стрижей. Та-да-да, та-да-да, та-да. Есть в небе математика полета и русский, тот, что много этажей. Эфир не соблюдает падежей. Чертить фигуры — сложная работа. Вся геометрия стрижей. Какая геометрия стрижей? Мы в классе предполетной, словно в школе. За партами сидим, идет урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижам еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Мы верим, нам не выйдет в небе срок. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Та-да-да-дам, та-да-да-па.
Пам-пам. Скоро уже пора на перекур идти, как говорит главный командир русских витязей Андрюша Алексеев, пора курить Мальборо. Следующая песня тоже вот, ну, меня уже как-то со стороны убедили в ее смысле, к чему я ее написал, меня убедили. Я, честно говоря, думал о другом. Но, тем не менее, действительно, вот совсем недавно... Ну, сколько тут можно сказать, не отметили мы, конечно, но просто случилась годовщина, пятая годовщина с известных событий войны Три Восьмерки, пятидневная война. Говорят, что эта песня «Туда». Но, возможно, где-то что-то так в голове, наверное, работало на эту тему. Хотя, в общем-то, я хотел написать про то, что за жизнь нужно держаться всегда и никогда не сдаваться. Завязку я заправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена воет, допустили компаниры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Мечи, видимо, до ночи, день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль вверх большие лица не нашли для мира повод и не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне. Время чена всех часах. Только стрелкам не решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалею керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Там вослед огнем и громом обрезается поверхность. Контингент и там не промах. Повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз. На кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Живой папа не убитый, хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, что на воздух выше срочно. Эти двое, как на мине, великанцы на задержке, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя,
пусть мы еле волочемся, но обиднее эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Спасибо.